Доброго времени суток. Мы продолжаем играть за Шотландию, да? И нашей целью мы постановили захват Америки. В общем-то, в Америке, да, нам осталось захватить ацтекскую столицу. В принципе, все довольно-таки неплохо. Покорение Америки продолжается самыми, что ни на есть, хорошими темпами. В принципе, да, но и про метрополию нашу вот не нужно забывать. Я напомню, мы играем на максимальной сложности. Это не святотатство. Ничего себе, какая ведьма. Эта ведьма причинила немало зла праведным людям. Кетрипора. Да, мой король. Так, ее бы нужно устранить. Да, я без записи победил тут вот оставшуюся шотландскую, прошу прощения, португальскую армию. В принципе, выкинул их с Британии, которую мы контролируем и удерживаем. Жду приказаний, мой король. Мы победим, милорд. В принципе, да, давайте вот вперед, автобоем победим вот этих вот мятежников, чтобы не мешали. Враг разбит. Победа за нами. Засада устроена, милорд. Вперед! Отлично. Да сгинет враг! Вперед. Так. Выставить часовых. Привал, что прикажете? Да сгинет враг! Сгинет враг. Ха-ха-ха-ха! Мой король, ваши враги мертвы! Сибни Лавади, неверный. Так, ну и давайте, да, вот я так думаю, вот королем Гилла Патриком может быть разобьем вот эту вот ацтекскую армию. В принципе, ну их не так уж и много. А разбивать ацтекские армии нужно. Да сгинет враг! Что прикажете? Жду приказаний. Да сгинет враг! Ха-ха-ха-ха! Мой король, ваши враги мертвы! Мы не победим. Да, они как раз только и отступили. Трепещите, враги. Так, давайте начнем, думаю, с малого. Разобьем вот эти вот немногочисленные силы. Хотя, знаете, здесь два отряда каких-то несчастных. Давайте автобоем. Мудро. Они заслужили смерть. Да сгинет враг. Так, Чолула, давайте понизим налоги. Так, ну и все-таки же, да, вот, наверное, разобьем вот эту вот армию под командованием командира Солина или Солина. Сибни Лавади, неверный. В принципе, это надо. Вперед, пленных не брать. 1862 человека. Ну, у нас чуть-чуть больше. Баланс сил немножко отдает в нашу пользу. Но, в принципе, это всего лишь мизер. Давайте, да, вот сражаться на поле боя. Ха-ха-ха! Они обречены! В атаку! Ой, опять леса. Давайте разворачиваться. Ждите приказа. Так, а может быть... Может быть, вот здесь вот, на опушке леса построимся.
Думаю, да, давайте сделаем именно так. Так, ну и начнем битву. Так, вначале посмотрим на ацтеков, что они будут предпринимать. Правда, вот боюсь, что они как раз готовятся к обороне. Так, а где наша... Ага, вот наша армия. Ну что ж, ладно, придется тогда их обойти. И наступать будем вот именно с этого холма. Здесь как раз вот более-менее такое вот открытое место. Да, ацтеки готовятся к обороне. Ну что ж, ладно. Я был к этому морально готов. Так, отлично. В принципе, да, думаю, так вот шагом, не торопясь, спокойненько обойдем их. Ну и наши лучники, в принципе, думаю, выкосят все-таки же большую часть ацтекского войска. Но оставшихся будем добивать пехотой и конницей. Единственное, что плохо вот в Америке... Ну, помимо золота, которого здесь расположено в огромном количестве, плохо то, что вот много лесистой местности, в которой, ну, очень, на мой взгляд, неудобно сражаться. Трудно контролировать поле боя. Ну, а в остальном все хорошо. Так, отлично, обходим их. Да, эти ребятки прям красавцы красавцами. В гепардовые шкуры одеты. Отлично. Эти вообще разодетые очень пестро. Как на этом восточном базаре. Оружие у них такое интересное. Так, а вот эти вот ребятки зимой и летом одним цветом. Копейщики какие-то. Давайте глянем на наши войска. Ну да, у нас здесь рыцарская пехота. Благородные шотландские лучники. Да, смотрите, какие красавцы.
Отличная рыцарская конница. Так, а это кто такие? Горцы. В шотландских килтах, да, по-моему, так называется это. Шотландская юбка. Хотя, в принципе, могу ошибаться. Подправьте меня, пожалуйста, в комментариях. Если я ошибся, и эта штука не так называется. Такое, в принципе, вполне возможно, я допускаю. Так, отлично. Еще обходим их по краюшку карты боя. Так, я напомню, да, что нашу армию ведет в бой сам король Шотландии, который тоже вот решил поучаствовать в завоевании Америки. Вот не сиделось ему никак в метрополии в Британии, которую его предки захватили. И вот, да, дабы поискать приключений на свой пятый объект тела, этот король решил на старости лет придумать себе такое развлечение, да, как завоевание Америки. Ну что ж, я думаю, да, на пенсии это довольно-таки неплохое развлечение, способ скоротать скучные дни. В принципе, да. Этот парень. Так, правда, здесь его имени не пишут. Но он король. Это я точно запомнил. В принципе, да. Довольно-таки неплохой способ как-то развлечься на пенсии. Так, ну что ж. Отлично. Обходим. Давайте вот здесь вот перестроимся. Так, отлично. Бодренькие, горячие, безудержные. Самое главное, все довольны, все счастливы. Ацтеки, думаю, тоже, в принципе, да, получили отличное лекарство от скуки. В принципе, так их-то обычно ж никто не трогает. А тут, нате, получите, да, шотландское вторжение. И вам весело, и нам, в принципе, нормально. Так, что-то забегали, давайте мы ускоримся все-таки ж. Потому что, ну, нам нужно занять высоту. Так, отлично. У нас, ну, почти все готово. Так, ну да, горцы уже немножко подустали. Ну, ничего. Вот эти вот американцы, да, вот, прячутся за деревьями.
принципе, да, ихняя родная стихия — леса. Так, отлично, строимся для атаки. Так, метатели копий, лучники, воины стрелы, куачики, куачики. Что это за клёвые чики? А это куачики. Так, ну да, вот. Легкая пехота уже устала. Рыцари тоже немножко переводят дух. Так, отлично. Все-таки ж не подходите, да, американцы? Ацтеки, американцы, не подходите поближе? Ну ладно, тогда мы подойдем. Самое главное, насколько я понимаю, нужно начать их доставать нашими стрелками. И вполне возможно даже и спровоцировать их на атаку. Так, лучники зашевелились. Ё-моё, все равно же не достреливаем, а? Придется подойти еще поближе. Даже я сказал бы подбежать поближе, потому что вот ацтекские лучники уже, да, вот подошли на расстоянии выстрела. Так, ну и наши лучники тоже, я смотрю, тут уже без дела не стоят. Давайте к коннице немножко зайдем во фланг. Так, 2% уже у врагов, 3 у нас, 0. Так, ну отлично, пока что перестреливаемся. Давайте ударим конницей по лучникам, попробуем их отогнать. Так, отлично. Сломались, не выдержали и бегут. Нас атакуют. Нужно действовать. Так, нет, 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 ребятки. Близко не подходим. Пока все складывается в нашу пользу. Если ничего не изменится, мы победим.
Так, отлично. Часть лучников мы отрезали и гоним их на наши ряды. Так. Чудесно. Так, что-то наши всадники здесь задержались перед ацтеками. Хотя, с другой стороны, смотрите, вроде бы мы спровоцировали их на атаку. В принципе, это неплохо. Так, да. Да-да, смотрите. Вся эта ацтекская братья ринулась на наши ряды тяжелой пехоты. Так, наши мечники пошли рубить ацтеков в капусту. Мы выигрываем битву. Еще немного, и враг будет разбит. Так, куачики. Тяжелая пехота, кстати. Воины ягуара, легкая пехота. Так, отлично. Ну, сдерживаем их. Наши тяжелые рыцари, феодалы. Да, все-таки ж, смотрите, даже вот они обращают этих несчастных ацтеков в бегство. Так, где здесь в этих лесах? Нас атакуют. Так, двое их. Нужно действовать. Двоих, думаю, что добивать не буду. Так, ну отлично. Так, давайте добивать отступающих ацтекских копейщиков. Их полководец сбежал, как последний трус. Вперед! Победа близка! Так, отлично. Отличные сообщения от нашего помощника. Противник бежит! За ним! В атаку! Слабаки. Бегут несчастные ацтеки. И это просто прекрасно. Так, ну а мы не то. Прошу прощения. Конницей, да, добиваем. Так, отлично. Прям нещадно их режем на мелкие кусочки. Девяносто один процент потери врагов. Так, думаю, все, да. Пехотинцев мы, наверное, вернем на место. Все-таки ж тяжелой пехотой добивать. Ну, это не самая лучшая идея.
А вот, в принципе, да, вот конницей. В принципе, конницей добивать неплохо. Хотя она, конечно же, и тяжелая. И совсем не для этого, да? Но, извините, да, вот легкую конницу я как-то не подумал подтянуть. Ну ничего, за неимением другой конницы мы будем добивать тяжелой конницы. Так, потеряли мы всего лишь 13%. Да, чтобы не писали в комментариях, мне кажется, это не такой уж и плохой результат. Так, тут два стрелка. В панике бегут на наши ряды. Отлично. Отлично. Угу. Вы очень сильно устали, поэтому, да, делаете вид, что бегом двигаетесь. Так, отлично. Так, ну этих, я думаю, догнать уже будет не судьба. Ну что ж, завершаем битву. Эта победа прославит доблестных и отважных воинов короля. Так, еще один шаг на пути к завоеванию Америки сделан. Еще одну армию мы победили. Так. Враги познали нашу ярость. Еще и денежки заработали. Отлично. Прячемся среди деревьев. Так, ну и наш король Гилла Патрик. Плюс один к жестокости. И даже к верности получил. Да сгинет враг. Есть. Лагерь будет. Так, отправим наших лазутчиков. Тайно и без шума, мой король. Отправляюсь немедленно, сэр. Хорошо, милый. Тайно, да. Туда не ведет ни одна дорога. Мы непобедимы. Тайно. Да ладно, не гони. Мой король. Так. Сколько здесь рынку? Один ход. Ну что ж, отлично. Хорошо. Это просто чудесно. Так, может быть, давайте чего-нибудь еще закажем? Вот можно и переобучить. Давайте вот монастырь в Ивернесе. Давайте, ну не знаю, вот орудийные башни в Эдинбурге, в принципе. Кстати, вот в Йорке тоже вот можно монастырь замастырить.
Угу. Отлично. В принципе, все прекрасно. Так, здесь у нас... Ага, здесь у нас полководцы отправляются в Америку, дабы возглавлять наши бравые шотландские армии. Что прикажете? Так, 88, отлично. Давайте сдадим следующий ход. Так, ну да, здесь везде тимуриды на первых местах. Хотя вот мы занимаем вот по армии третье место, финансы и сельское хозяйство четвертое место, по населению на третьем месте и по общему балансу на четвертом месте. Хотя в принципе да, смотрите, у нас всего лишь только вот Британия, а населения у нас довольно-таки много. Так, смерть благородного человека, посла окрестности Реймса. Так, а я ж хотел с Португалией это заключить мир. Так, это русский посол. Так, это папский город. Никаких вопросов, милорд. Согласен, милорд. Так, ладно, двигаемся далее. Заночую здесь. Так, нужно все-таки ж вот эту вот ведьму как-то устранить. Церкви, милорд. Господь покарает нечестие. Чей срок настал? Назовите жертву. Так, давайте все-таки ж натравим на нее нашего убийцу. Убийца не может справиться с ней. К сожалению. Вперед, войны! Убийца не в состоянии сделать это. Очень жаль. Так, зато вот здесь вот в Тласкале мы можем наконец-то купцов дрессировать. Так, давайте дороги построим. В Чалуле давайте, ну, церквушку, да. Ну а смотрите, ацтеки отступают к Теночтитлану, скорее всего. Сэр, тайна и бешу, да? Хорошо, милорд. Скорее всего, они отступают. Тайна и бешу, сэр. Хорошо, милорд. Да, отправляюсь немедленно. Я брошу ваш труп собакам. Так, император Куитлауак. 48 лет. Горе император ацтекский. Ну, да сгинет враг. Я так понимаю, другого у них нету. Трепещите, враги. Они за что прикажете? Так, отлично. Исполню любой приказ. Вперед! Потихонечку выдавливаем ацтеков с наших уже завоеванных территорий. Служу королю. Молодец. Молодец. Жду приказаний. Милорд, мой король. Будет исполнено. Встаем лагерем. А... Да, зря я, конечно же, вытащил. Завтра мы продолжим путь.
Давайте хотя бы переобучим, что ли. Да, слишком много уж я вытащил из Тласкалы гарнизона. Милорд, да, милорд, да, жду приказаний. Жду приказаний. Марш, встаем, мой король, да. Будет исполнено. Так, ну да, часть мы все-таки ж вернем. 90% католицизма, кстати. Чего вы такие недовольные-то? Так, это у нас вроде бы флот двигался за подкреплениями из Метрополии, из Британии. Ветер стих, милорд. Подождем утро. Так, что у нас по финансам? 4440. Какая звучная цифра, да? У нас выделяется на строительство. Так, но все равно доходов-то еще мало. Как бы. Вообще-то можно было бы и больше. Давайте еще посла в Эдинбурге наймем. С послами как-то у меня не складывается. Так, ну и сдадим ход. Следующий. Противник взял нас в осаду. Да, эти португальцы, похоже, решили меня достать прям конкретно. Да, смотрите, ацтеки всячески пытаются затормозить наше наступление, пытаются нас блокировать. Ну да, Тласкала недовольна. Бунтовщики подняли мятеж. Неважно, будет ли порядок восстановлен силой или при помощи переговоров, но произойти это должно как можно быстрее. Пострадавших нету. Ну отлично, мирный протест. Так. Ага, еще одного купца можно, кстати-то. Так, Алан из Нерншира. Этот человек любит деньги, но не умеет с ними обращаться. Успешный торговец и в то же время бесталантный. Вот здесь дает плюс один к торговле, а здесь минус один. И в итоге у него ноль по торговле. Мой король? Давай иди золотом приторговывай. Мудрый выбор, милорд. Смотрите, зато 308 золота приносит. Хоть и бесталантный. Служу королю. Ну да, в принципе. Сами видите, что тут 1000 приносит. Так, Лондон осаждается португальцами. Заколебали они, честное слово. Так. Перемирие Мавритания-Сицилия. Так, ну меня это не касается. Давайте наконец-то порт в Тласкале построим. Так, в Чалуле... Давайте расчищенное поле. Так, ведьма. Наша отличнейшая... Нифига себе! Это ересь. Эта старая корга практически всемогущая. Что же мне с тобой делать, дорогуш? Чем могу служить? Кто-то сомневается в догмах церкви. Ха, слабак.
Богохульник Китрипора казнен. Вам удалось доказать, что эти несчастные погрязли в ереси. Огонь костра очистит их души и искупит преступления против истинной веры. Так, ну и плюс один к благочестию получил наш священник. Давайте мы еще одного. Так, Невин из Мидлатиана. Да, посол. Словам этого человека никто не придает значения. Зато у него есть экзотические дары. Мало кто устоит перед дарами из стран, до которых очень сложно добраться. Он оказывается нетерпимый, да? Минус 2 к связям. Чем могу служить? Никаких вопросов, милорд. Я ведь предупреждал вас. Так, принц Паулу. Ну и имечко у тебя, парень. Правда, кто я такой, чтобы судить тебя? Так, мы переобучим. Давайте еще наймем шотландских мечников. Да. Как прикажете, милорд. Есть, капитан. Так, наши межгалактические, вселенские, да. Что прикажете? Как они называются, караки, курсируют, перевозят подкрепление из метрополии в Америку. Отлично. Что прикажете? Вперед! Откуда он? Брать, из Тулы? Прочь из этих земель. Русский! Так, Акампичтли из Тулы. 25 лет. Многообещающий командир, склонный к верности. Слышь, земляк, а? Ну, конечно же, мне не хочется. Может быть, ты по-хорошему это самое? Господу. Отвалишь, а? Как прикажете. Да сгинет враг! Так, ну что ж, да, давайте нашим королем. Да сгинет враг! Я думаю, разобьем вот эти вот уже отступающие. Мне кажется, уже явно отступающие части ацтеков. Давайте мы их разобьем. Так, наследник Солин. Солин. Солин, Солин, я не знаю, как правильно говорится. Надеюсь, ацтекские предки, да нынешние поколения, если будут смотреть это видео, они меня простят. Потому что я, ну, честно говоря, не со зла. 27 лет, многообещающий командир, надежный предводитель, гений штурма, душа компании, мастер муштры. Воин ночи, доблестный воин, ненадежный, набожный, ну и наследник. Этот человек пользуется большим влиянием, никто не хочет досаждать будущему правителю. Ну что ж, давайте мы проведем и эту битву. Щадите врагов! В атаку! Войны! Ждите приказа! Так. Ну тут... Прям начало битвы меня уже порадовало. Просто отличнейшее место. Ну просто чудесное место, а? Ну не бывает лучше. Прям лучше не бывает. Так, расположимся на холме. Благо холм находится на нашей стороне. Враг получил подкрепление. Хе. Да пожалуйста. Я ж не против. Так, давайте мы, наверное, ускоримся. Потому что эти ацтеки, смотрите, они хоть и в меньшинстве, но все-таки ж двигаются навстречу
нашим войскам. Так, отлично, все готово. Так, лучники начали уже отстрел. Ацтекские лучники пока в панике. Дезориентированы. Смотрите, как близко они подошли. Смотрите, да, они не просто близко подошли, они прямо, наверное, будут атаковать наши позиции. Глупцы. Мало того, что я нахожусь на холме, так я еще и основательно подготовился к обороне. Мы выигрываем битву. Еще немного. И враг будет разбит. Так, отлично, готовимся добивать. Так, куачики уже в панике бегут. Воины Ягуара пока что еще держатся. Пока что. Ну, в принципе, да, тоже особо не блещут храбростью. Так, отлично, давайте. Хвала Господу! Мы... Нас атакуют! Нужно действовать! Так, придется все-таки ж мне закончить то, о чем начал говорить наш военный советник. Хвала Господу за то, что да. Враг бежит! Догнать и уничтожить! Ну, и так тоже можно сказать. Так, все. Пехота ближнего боя отлично поработала. Сейчас остается только добивать. Так, охрана полководца. Так, а ну, ребятки, вы его, может быть, как-то обойдете. Нам все-таки ж, в принципе, да, нужно добивать. А там, я думаю, да, вот наша пехота, наши стрелки его встретят. Так, ну а мы добиваем. Ну вот, отлично. Отлично и разошлись, да. Тебе, значит, прямо, пока не упрешься. Мы выигрываем битву. Еще немного, и враг будет разбит. Пока не упрешься в шотландские войска. В общем, там уже по обстоятельствам. Так, ну а нашей коннице добивать отступающие ацтекские части. Так, отлично. Вот этих вот ребят. Так. Что-то наши лучники молчат. Же вы не стреляете, не достаете, не добиваете. Вроде бы они дальнобойные. Нет, нифига,
Я ошибся, как всегда. Они не дальнобойные. Так, отлично, добиваем. А вот уже наши лучники взялись за дело. Отлично работают шотландские стрелки. Прям нашпиговывают. Вот он, красавец какой, а. Смотрите. Ну прям пестрый такой, как попугай. Хвала Господу! Мы убили их полководца. Этой победой восхитится весь мир. Ну что ж, да, отлично. Полная победа. Можно продолжать наступление. Как прикажете, мой король, мудро. Так, все-таки ж не всех выкупает ацтекское командование. Они заслужили смерть. Так, отлично. Мы наконец-то вышли к границам Чалулы. Чудесно. Да, милорд. Мы непобедимы. Трепещите, враги. Так, я совсем враги не это хотел сделать, честно говоря, но ничего. В принципе, и так нормально. Наконец-то мы вышли к границам Чалулы. И, в принципе, да, вот. Вот эти вот я силы, я думаю, можно заблокировать. Где-то вот здесь вот, на вот этом вот полуострове. Все неверные. Пыль под ногами султана. А вот эти вот ребятки, скорее всего, будут отступать к своей столице, дабы защищать ее. Так, ну у нас здесь три армии, что да, прикажете? Вот под командованием Гилла Патрика Лесли. Фингуни из Энгуса. Ну и одну армию возглавляет король Гилла Патрик. Пока что подкреплений нету. Что прикажете? Что ж поделать-то? Но подкрепления у нас уже подготавливаются. Так, 8 ходов Лондону. В принципе, можем посидеть немножко в осаде. Ваши земли и женщины достанутся мне. Обломись, ничего тебе не достанется. Восхищаетесь своим врагом? Вам не место в этих водах. Так, а с кем? С кем у нас Португалия воюет? С Францией, с Миланом, с Шотландией? А, ну да, мы же играем за Шотландию-то. С монголами даже. В принципе, врагов у них тоже достаточно. Да, Милан, смотрите, залез в Испанию. Удерживают Толедо. Ага, правда, Сарагосу, походу, они потеряли, испанцы отбили. Так, 76 ходов осталось нам на завоевание Теночтитлана. В принципе,
Мне кажется, этого с лихвой должно хватить. Да, мой король. Так, шоколадом. Торгуешь, а? Товарищ. Служу королю. Ну да, молодцы, торгуйте. Да, мой король. Уже. Так. Может быть, стоит, наверное, подготавливать почву нашими священниками. Чем могу служить? Уже в пути. Служу Господу. Как прикажете. Да, мой король. Воля вам. Чем могу служить? В принципе, да. Тласкале 92% католицизма. Уже. Ну это много. Господу. Как прикажете. Время вечерней молитвы. Так, отлично. Самое главное, мы устранили эту ведьму, которая, да, нам тут в Ирландии возле Дублина прям вот всю малину портила. 12% ереси принесла. Это мадама нехорошая. Сдаем следующий ход. Прячемся среди деревьев. Пожалуйста, я одобряю. Прячьтесь. Так, в принципе, да, тут все без изменений. Купец умер своей смертью. Видимо, от старости. Бриан Барундун. Ну... В принципе, что уж поделать-то. Марш. Так, будешь золотишком торговать. Давайте мы еще купцов наймем. Так, может быть, в Чалуле все-таки рыночек построить, чтобы и здесь тоже купцов производить прямо на месте, а? Воля ваша, милорд. Что прикажете? Так, наши шпионы, давайте мы сначала ими проверим местность. Так, вроде бы все спокойно. Да, мой король. Как прикажете. Служу Господу. Уже в пути. Да, мой король. Чем так, могу служить? Отлично. Сэр. Хорошо. Тайно и душу. Да? А, вот они, блин. Что-то я сижу тут ищу. По всей карте. Вот он куда ушел, отступил. Я отрублю вам ухо. Потом... Потом я отрублю тебе ухо. Вас от меня. Мы не победим. Так, ну что ж. Давайте продолжим потихонечку наступать. Лагерь, да сгинет враг. Есть. Служу Господу. Так. Как приказ. Да, мой король. Подтягиваем наших шотландских кардиналов. Воля ваша, милорд. Служу Господу. Как прикажете. Кого устранить, милорд? Так, да, давайте и убийцу подтянем. Милорд. Как прикажете. Бросить якоря, что прикажете? Есть, капитан. Отлично. Ждем утра.
ваша ненависть бессильна. Фламандские пикинеры. Наемники, скорее всего. К вашему слову. Будет исполнено. Согласен, Белор. Мне нужно. Так, а может быть. Мой король. Никаких вопросов, Белор. Так, это французы, у меня с ними союз. Согласен. Милорд. Они, кстати, отбили Реймс. Или не отбили? Милорд. Да, Милорд. Мне нужно. Ага, а вот зато Париж, по-моему, они отбили французы. Ну что ж, отлично. Я рад за вас, ребятки. Примите мои искренние поздравления. Так, епископ еще один. Чем могу служить? Отлично. Епископы мне бы пригодились. Так, 12 тысяч у нас. В принципе, нормально. Да, конечно же, португальцы тут нам не дают спокойно жить. Восхищаетесь своим врагом? Но, мне кажется, так даже и интересней. Ну что ж, ребятки, да, эту серию давайте закончим на таком моменте. У нас времечко уже подходит к концу. Так, в общем-то, да, 12 тысяч у нас. Купечество приносит 4274. В принципе, неплохо мы золото вытягиваем, да, из Америки. Наступление на столицу ацтеков продолжается. Вот у нас три армии. Что прикажете? В принципе, да. Ну, они так мы вот не более не менее боеспособны. В принципе, все неплохо. Ацтеки разбиты в пух и прах. То есть, вот это вот армия под командованием, сейчас я попытаюсь это сказать, Куатлекатль из Толуки. Да, вот он пока что вот единственный боеспособный член семьи ацтеков. Ну и в принципе, да, вот у него здесь армия более не менее еще может что-то предпринять. Ну а ацтеки как бы вот столицу явно не могут защитить. Остальные все ихние силы разбиты. В принципе, в остальном все прекрасно. Ну что ж, давайте на таком моменте закончим нашу серию. Всем спасибо за просмотр. Увидимся, услышимся в последующих сериях. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. В принципе, да, пожалуйста, сделайте это и спите спокойно, зная, что сообщение о новых видео и сообщение, да, о новой серии именно вот завоевания Америки вы не пропустите, и вам придет именно уведомление, когда эта серия выйдет. В общем-то, за сим давайте прощаться. Всем спасибо за просмотр еще раз. Ну и всем пока. Увидимся, услышимся, я думаю, очень скоро.